Итак, друзья, рассказываю, как быстро изготовить шарлотку. Яблочки у нас порезаны. Берем 1 стакан сахара, 1 стакан муки и 4 яйца. Вот они здесь. Взбиваем быстро. Напоминаем, стакан сахара, стакан муки и 4 яйца. 4 яйца, стакан сахара и стакан муки. Все это взбивается. Яблочки можно немножко посахарить. Заливаем. Печка у нас уже растоплена до 200 градусов. Стакан сахара, стакан муки и 4 яйца. Все покрылось, все яблочки закрыты. Все здорово, все красиво. Все это отправляем в духовочку. И ждем, когда сготовится. Итак, проверяем готовность. Спичка. Ничего не перестает, все готово. И вот, друзья, через 40 минут мы достали. Отлично все режется. Шарлотка высший класс. Яблочек можно было побольше. Кисленькие яблочки были. Попробовал. Очень вкусно. До скорых встреч, друзья!